Богородский район, известный своим кожевенным заводом, теперь может стать еще и столицей кожевенного искусства. Жительница села Крашево Людмила Акимова создает картины из кожи. Крашево село небольшое, буквально пара жилых домов, и выставочный зал Людмила Акимова превратила в свой дом. На выставке побывал Александр Алешин. 20 лет Людмила Акимова работала медсестрой. Когда вышла на пенсию, занялась творчеством. Теперь в ее арсенале более 30 картин в очень необычной своеобразной технике. Выработала технику картины 3D с эффектом присутствия. Вот эффект присутствия заключается у меня в чем? То есть мои картины надо рассматривать детально. И картина называется «Ночь перед Рождеством». А это все кожа? Да, здесь ничего нет. Здесь вот все кожа. Картина «Ирисы» называется. Но здесь вот интересно, если посмотрите поближе, это гранат. Вот из кожи можно сделать гранат. А вам говорили, что ваши картины хочется потрогать. Их вообще можно трогать? Вот этот вот объем, он как раз привлекает внимание и дает ощущение того, что картины живые. Вот видите, вы можете посмотреть плоские картины наверху. Тоже красивые, но это совсем другое. Конечно, приятно такое посмотреть. И в яркую солнечную погоду, особенно в ненастье, придешь, как будто в другой какой-то мир пришла, мир такой красоты. И было заложено, просто пришло время, когда это все вот вышло наружу, то есть талант, он и есть талант, его же все равно, как говорится, талант не закопаешь, он все равно когда-нибудь выйдет. А вот когда я только начинала и тренировалась на старых домашних куртках, изрезала все. Бывает свиная, бывает толстая, вот здесь вот толстая кожа. Бывает тонкая. Вот разная кожа. Вот с выделкой кожи. Вот мы ходим за грибами в лес, например, с сыном. Он наберет полную корзинку, а я 10 штук. Он видит, а я не вижу. Ему дано, а мне нет. Так же, наверное, и это. Ей дано, а нам, может, с вами не дано.